Привет всем! Хочу предоставить вашему вниманию вот такой вот, на мой взгляд, очень красивый нож непальских хукури. И в честь них этот нож называется куруку. Ну, сначала давайте посмотрим на него так, как он есть. Ножны сделаны из дерева, обшитой кожей. Рукоять, ну, черт его знает, то ли из пластмассы, то ли из эбонита. Ну, что такое приятное? В древности рукояти таких ножей делались из слоновой кости. Ну, я думаю, вряд ли здесь слоновая кость. Вот такой вот бронзовый наконечник. Это вообще, в принципе, ручная работа. Я купил этот нож, заказал этот нож с Непала. Таких вот два ушка под пояс. Причем сделано все не так интересно. То есть можно сделать и широкий пояс, и затянуть. Давайте рассмотрим теперь на еще одну вещь. Этот нож сделан из дерева, обтянут кожей, как я уже и сказал. Внутри ножного есть вот такой вот маленький ножичек, который называется карда. Ну, я так думаю, что он должен быть острый. Давайте посмотрим. Ну, не так уж, чтоб прям... что-то режет. И еще один ножичек, который называется Акмак. Он, как видите, полностью тупой. Этот нож сделан из стали, тверже, чем сталь самой курку. И им как бы можно править само лезвие курки. Ну, с ножным мы разобрались. Давайте приступим к ножу. Вот такой вот замечательный нож. Кованый. Это ручная работа. Ну, в руке, сами видите, сидит отлично. Толщина обуха сантиметр, его длина клинка 25 сантиметров и ширина в самом широком месте 4,3, где-то так. Ну, сталька у этого ножа не имею представления какая, но производитель говорит о том, что режущая кромка закалена где-то 56-58 по Роквеллу, ну а брюшко, вот это вот само брюшко, 35-48, то есть что придает ему и остроту, и упругость, и ну и то, что он как бы не ломается. Вот эта вот штуковина. Но есть вариант, что она сделана специально для того, чтобы нож, не знаю, каким образом играет, но не ломался вот в этом вот месте, поскольку если пользоваться им как топором, то удар будет вот этой частью. А самая уязвимая часть ножа вот это будет. Вот. Ну, это называется кауди или кауди. Вот. Ну, в принципе, я этим ножичком уже рубил веточки. Довольно-таки неплохие веточки.
Вот, рубит он, конечно, как сумасшедший. Давайте проверим, насколько острый этот нож. Сами видите, что нож острый. Ну-ка. Ну вот он тоже бреет без проблем. Ну, вот такой вот ножичек. Скоро вы увидите его в тесте. Так что все, пока. Пока. Спасибо за внимание.